Кирилл Дыцевич. Как он ошибался? Я постоянно игнорирую советы по поводу здоровья. Я имею в виду массаж, если мне говорят. Всегда говорил, ерунда какая-то. Да ладно, зачем этот массаж? Выспаться надо нормально, и все будет хорошо. Но я был неправ. Признаю это. Хорошая тема, очень даже. Чувствую себя прекрасно, я прям полон сил. Вот. После такого можно плодотворно и с удовольствием работать. Еще понял, что зарядка — это тоже очень хорошо с утра. Только как научиться это делать, я не знаю. Просто не знаю. Всем... Друзья, чтобы не пропускать новое видео, подписывайтесь на канал сериала «Актеры. Личная жизнь». Внизу пишите комментарии и ставьте лайки.